Всем привет! Сегодня будем готовить фруктовое мороженое. Для ленивых. Для очень ленивых. Для этого нам понадобится. Вот у нас сегодня будет это манго. Вы можете использовать персики, вы можете нектарины, абрикосы. В общем, фрукты, ягоды можете использовать. Можете сделать клубничное, малиновое. Значит, манго нужно почистить, порезать кусочками. Покажу. Для тех, кто придерживается более-менее здорового питания, используйте йогурт. Мы берем греческий натуральный, без добавок. Если нет, можете добавить сливки, можете добавить сметану. То, что любит. Мы это не будем добавлять. И я добавлю... Попробую манго, насколько он сладкий. Если сладости не хватит, я добавлю вот такой сахарозаменитель. Можете добавить стевию, можете добавить сахарную пудру. И нужен погружной блендер. Ну так, начнем, чистим манго. А, кстати, как почистить манго, у нас есть видео. Внизу будет в описании ссылка. Манго почистили, порезали. Теперь накрываем пленкой плотно. И отправляем в морозилку на несколько часов, ну, чтобы все это заморозилось. Думаю, часа 2-3. Вы возьмите такое, чтобы плоское было блюдо, и чтобы быстрее все это замерзло. Прошло несколько часов. Манго замерз. Такой достаточно твердый. Перекладываем в чашечку. Ну, я небольшое количество сделаю. Берем блендер. И начинаем взбивать. Ну, надо разбить до пюре. Ну, вот на такое количество здесь. Совсем немножко. Ну, вот на такое количество. Все разлетелось. Давай, раз, два, три. Вот на такое количество, здесь примерно 3 столовые ложки пюре, мы возьмем столовую ложку такую хорошую, вот такую, йогурта. Напоминаю, что можете добавить сливки, можете добавить сметану. И еще раз взбиваем. Все, готово. Теперь попробуем, сладко ли нам. Потрясающе. Манго сладкий. Ничего я добавлять посластитель не буду. Попробуйте. Это очень-очень вкусно. Вот такое мороженое сорбет получается. Поверьте мне, это очень вкусно. В жару просто потрясающе. Сейчас сезон персиков, абрикосов, ягоды. Сделайте. Это очень-очень вкусно. Всем хорошего настроения.